Друзья, всем здорова, с вами как всегда Бамбуковый пират Капанда, добро пожаловать ко мне в гости. Roblox Blox Fruits, ну который по One Piece, соответственно, да? Так, служитики, я здесь продолжаю серию роликов, когда полностью вам все показываю, что, где, как получить там и так далее. Все предыдущие видосы там где-то, ребят, в комментариях можете посмотреть и так далее. А сейчас у нас на обзоре будет, ребята, вот такая вот штука, ребят. Смотрите, вот такой вот прикольный плащ. Плащ вице-адмирала, обалдешки. Ну, как вы знаете, там несколько челиков такие похожие таскали в анимехе. Здесь у нас, соответственно, вот такой, блин, у меня здесь рюкзак, наверное, мешает, да? Такой вот символ, здесь прикольные такие наплечники, клево выглядит, бомбически, ребят, да? Сейчас полностью вам все его расскажу и покажу, ребят. Поэтому усаживаемся поудобнее, обязательно не забываем подписываться на канал, жмякать колокольчики, лепить царский бамбуковый лайкос, потому что попадусь, чтобы не пропускать все видосы и стримы. Нравится, ребята, Blox Fruits, хотите больше видосов, не забудьте прожмякать лайк, это обязательно. Так, погнали, ребят, смотрите, вице-адмирал Коут. Короче, а что дает эта накидка, ребята, этот плащ? Он бафает нам мили дамейдж, то есть, когда мы бьем ногой, рукой, ребята, то есть мили наш ближний бой на 10%, а также дает плюс 200 к энергии, ребята. Не особо, конечно же, много, да, ребята, но зато 10%, если вы качаетесь именно мили, ребята, для фарма вам будет очень прикольненько. Тем более, на изи можно получить эту накидку, сейчас я вам расскажу. Так, короче, падает она с босса, ну, соответственно, вице-адмирал нам нужен, да? И шанс дропа, ребята, у него 10%. То есть на изи можно выбить, ну, в принципе, 10 раз убиваете, вам должно по теории вернуться. Мне вообще, если честно, с третьего раза упало. Я 3 раза его убил, и мне сразу-то накидка выпала. Так, где он находится? Смотрите, сейчас я вам его покажу, может быть, мы его убьем как раз. Так, а куда нам надо? Куда нам надо? Нам нужно, по-моему, ребята, вот сюда примерно. Да, вот если у нас здесь... да, вот сюда вот, где карта, где у нас пристань, и куда-то мы, ребята, вот сюда вот, по-моему, летим. Так, либо вон она, либо вот эта, по-моему, штука. Так, полетели. Короче, смотрите, ХП у вице-адмирала 4150. А спаун происходит каждые 7 минут, поэтому на изи можно будет его убить. Кстати, там остров этот, который это Маринфорд, да? И мы, соответственно, там уже получали одну накидку, я вам показывал, да, смотрите, пролетаем вот здесь, так, да, все верно, я лечу, ребята, вот, где-то вот там мы получали тоже накидку, ребят, я снимал видосик, а вот здесь у нас есть здание такое, и в этом здании у нас вице-адмирал, мы сейчас попробуем его, ребят, задамажить, если он заспавнился там, да, он там, да, у нас... Вон он, смотрите, вон у нас Басецкий. Дайте ему сейчас хоть скриншотик его какой-нибудь сделаю. Здорово, братан, здорово. Вот, смотрите, босс, но хп у него мало. Мы его сейчас сразу же расстреляем, ребята. Бум, бум, все, готов. Он там с пару плюшек у нас падает. На изи, да? И, соответственно, за него там, ну, дается где-то там экспулина, ребята. И немножко денег. Но суть в том, что, конечно же, нам нужно будет выбить, постараться именно эту накидку. Мобы, кстати, тут, ну, то есть, какой вам уровень потребуется? По-моему, от 120 до 150, если я не ошибаюсь. Сейчас мы глянем там какого-нибудь мобика, ребят, затестим, да. Короче, 150 уровень примерно вам требуется, да. От 120, соответственно, до 150 уровня. Ну, в принципе, на изи. В самом начале можно, ребята, получить эту накидку. Выбивайте. Если будут еще какие вопросы, пишите в комментариях, постараюсь ответить. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Бамбуковый Мишка Капанда. Всем жму лапу, всем удачи, всем пока-пока. I like